Ну, а мы с вами продолжаем второй день марафона по игре Murdered Soul Suspect. Игра, как я уже сказал, весьма удалась. Ее интересно проходить. И нам необходимо отправиться в психбольницу Люкс Атерна. По дороге, конечно, нужно собирать всякие ништяки. Желательно. Да, игра жутко тормозит. Такая проблема, говорят, у многих. Ну, вообще, если эта проблема у многих, и она типичная, что ли, должно быть какое-то либо решение, либо где-то должны об этом написать. Но пока что я вот не вижу ничего. Видите, как сильно подлагивает. И во всем вина игры. Хотя чисто теоретически можно было бы попробовать ее удалить с харда. Может быть, проблема в том, что она, как некоторые другие игры, лагает из-за установки на хард. Это что такое, кстати? По-моему, это можно разблокировать. Нет, нельзя. Зараза. Код ошибки покажи, плиз. Давай покажу. Я надеюсь, ты успеешь скриншот сделать, чтобы мы не ждали. Вот видишь, 80-15-190Е. 80-15-190Е. Успел записать? 80-15-190Е. Психбольница. Единственное место, где тебя пытают ради твоего же блага. Если опыты врачей увенчаются успехом, для них же будет лучше. Если пациент потеряет память и забудет о лечении. Готово? Расслабься, мы уже не на кладбище. Ага, мы в психушке. Намного лучше. Хотя тому, кто болтает с призраками, тут самое место. Ты пока не спятила. Идем. Ладно, я помогу тебе войти, но... Что но? Слушай, если мы собираемся спросить Айрис про договор, это должен сделать живой человек, так? Вот и не забывай, кто тебе дверь открывает, умник. Да-да. Давай, вперед. Нам нужно выяснить номер ее палаты. Привет. Не подскажете, я ищу подругу. Сейчас неприемные часы. Да, но ее увезли копы. Ну вот к ним и иди тогда. Да, я ходила, они сказали, она может себе навредить. Не могу помочь. Ладно. Поговори с ней еще. Попробуем понять, про что она думает. И посмотрим, что у нее на столе и на мониторе. Что заставит дежурную помочь Джои? Окей. А я это уже делал, Мадара. Это не помогает. Подарок выздоравливай. Кому? Ну-ка. Thank you.
А, это рано еще пока делать. Так. Что тут еще есть? Предположительно, это мужчина крупного телосложения. Очевидно, привычный к насилию и жестокости. Его прошлое наверняка было ужасным. И именно оно в итоге привело к полной потере личностной идентификации. А что там такое написано, Павел Галакси? Ты можешь написать сюда итого, что там за решение проблемы? Ссылку, если найдешь по делу, то, конечно, можешь скинуть. Нет, то, что означает эта ошибка, мы, в принципе, знаем. Вопрос в том, что сейчас происходит. Ну, понял я вас. Хорошо, я проделаю это. Не знаю, сейчас или нет. Давайте, может быть, чуть попозже попробуем. Надо подумать, стоит ли это делать сейчас. Просто кэш удалять как-то не очень бы хотелось. Не уверен, что поможет. Кто-то там пишет про то, что санкции России против США. Человек в ящике. Кстати, это вот очень интересно. Нужно будет проверить. А что здесь-то вот? А, изучить. Вот, еще есть. Мальчик на костыле. Отлично. Вот это уже интересно. И вот последняя улика, держись. Все, теперь можно. Что заставит дежурную помочь Джой? А как она увидит, интересно? Подарок выздоравливай. Мотивационный плакат. Давайте начнем, наверное, с фото мальчика. Да, по-моему, это помогло. Сижу вот и думаю, как ты там без меня? Только ты у меня и остался. А у нее, может быть, только эта подруга осталась. Прости, я знаю, это тяжело, когда ты за кого-то в ответе. Как зовут твою подругу? Айрис Кэмпбелл. Да, твоя подруга Айрис у нас. С ней все будет хорошо. Спасибо. Большое спасибо. Подожди немного сейчас. Мне только нужно посмотреть на монитор. Да что ж такое-то? Куда смотреть?
Я же пытался туда смотреть. Она в палате 216. Джой, нужно скорее ее найти. Ей назначили электрошок. Ссылки по поводу санкций касаются запрета ввоза Xbox, но никак не... Так, детка, путь свободен. Не доступа к Xbox Live. Так что неправильная ссылка. Какую игру? Так. По-моему, уже спрашивали, какую игру буду разыгрывать. Чарли Мёрдер. А тут, кажется, демонюги, да? Раз можно вселяться, где-то рядом бродят. Тут целых два происшествия было в этой психушке. Обычно они бывают по одному, но тут целых два. Это, кстати, очень интересно. Мертвая девочка нам наверняка поможет. Все с ней ясно, по-моему. Она только смеяться может. А, вот, у нас же Док пришел на стрим. Док, у тебя заходит в Xbox Live? Можешь проверить? У меня не заходит в Xbox Live. Днем заходил. Вчера не мог зайти, сегодня днем зашел, а и теперь снова никак. Так, камера. Где камера? А, вот это что ли? У Айрис через 15 минут. Шоковая терапия. Это когда по мозгам током фигачит. А, вот парни, напишите Доку, чтобы он проверил. Пошли. А, вон у GD все заходит. Еще одна камера, отключай. Не может проверить. Окей. Может быть, правда, у меня какие-то проблемы. Почищу кэш. Но вот профиль удалять, это нужно сначала убедиться, что Xbox Live работает, наверное. Так, тут у нас что? А что может, интересно, псих думать? Давайте посмотрим. Жуки ползут и ползут по стене. Где? Никто не хочет от них избавляться. Ну и я больше не буду их давить. Ведь тогда эти слепцы свяжут меня. Невероятно. Они связывают меня. И почему? Просто потому, что не видят жуков. Пробовал ли я Army of Two? Первую часть, да. Потом стало как-то скучновато очень. Первую часть мы с братом проходили вдвоем. Было интересно. Так, электрошок. Кровать для пыток. Интересно. Не знаю, Павел Галакси, это тебе решать. Тут нужно принять во внимание то, что отец миссис Гвин впадал в ярость, если она мешала смотреть по телевизору его любимые спортивные соревнования. Я не понимаю, как это может быть связано... Любое проявление гнева, и особенно со стороны мужчин, для нее является триггерной точкой. Я понимаю, что пациенты, а тем более те, кто заторможен действием лекарств, могут раздражать. Но, тем не менее, вы должны быть очень осторожны. Но ведь она
я даже не знаю, психованы. Да, как неожиданно. Ну, хорошо. Кстати, тут... не очень интересные, конечно, эти вот находки. Так, а где, кстати, эта девочка-то у нас? Я камеру уже... Ага, все. Теперь она может идти, да? Ты что не идешь-то, дуреха? Эй. Come on. А, камера ненадолго. Понял. Зараза. Сначала нужно вот это сделать. Там вот это. И тогда она может пробегать. Хорошо. Так, а тут-то у нас что? Ничего интересного, похоже. Так, а куда теперь нужно идти? А, палата 100... 216. 216 это у нас 203. Давайте камеру, наверное, нужно отключить. Еще 6 нужно. Я надеюсь, мы найдем все ништяки в психбольнице. Потому что вот эти вот находки, это сам, ну, как бы одно из самых интересных вещей в игре. А ну уходи. Надо же, психи, видимо, остаются психами после смерти тоже. Подозрительно, конечно. Снова твой выход. Чтоб тут пройти, я должен в тебя вселиться. Ня, как я это ненавижу. Ну тогда сама иди. В смысле, без меня. Ладно. А я же должен телепортироваться теоретически. Или, видимо, нельзя, да? Не знаешь, что это за руки? Заблудшие души, наверное. То, во что превратились, если тут застряли. Или не двигались дальше, как ты. Еще 5. Надо же, целых 2 истории. Обычно по одной, а тут целых 2 в психушке. Нет, нет. Что делать? Иди Мухолов, дальше. Игра иди интересная очень. Игра классная. Нет, нет, давай пойдем вместе. Джой, выбора нет. Я разыщу тебя, как только что-нибудь придумаю. Иди. Тут все-таки можно пройти. А это что? Осмотреть. Не знаю, по-моему, только в психушке появились такие вот вещи, когда можно что-то осматривать, но нельзя не брать, не получать информацию дополнительную. Как она видит меня? Она медиум. А тут кошки-то у нас, видимо, не будет, да? Чтоб по трубам лазить. Вот сюда, например. Видите, не можем пройти. А кошки поблизости нет. Может быть, она в подвале где-то спряталась. О! Ты где, дуреха? Сейчас мы тебя найдем. Еще 3 нужно. Поищем, может быть, здесь вторая где-нибудь осталась.
Иду. Сейчас, подожди. Где же ты там? Кисуня. Прямо откуда она орёт? А, вот же она. Еле заметил ее. Такая мелкая. Чоп-чоп-чоп. Чоп-чоп-чоп. Кошка, конечно, это тоже отдельная фишка игры. Достойная восхищения. Интересно, если я пойду с помощью кисы, может быть, демоны меня не тронут? Пробегу сначала дальше, мало ли там что-то завалялось. Как-то боязно, конечно, спрыгивать. Похоже, другого варианта нет. Странно, зачем? Зачем я могу... Опа! Ходят. Тут что-то лежит, нужно. Как же их всех-то, а? Жалко, что в них нельзя стрелять там. Либо что-нибудь такое пакостное делать. Каким-то образом нужно балабоку напугать. Как же сделать-то, а? Неужели нужно пробежать мимо них? Привет, Элкот. То есть нам опять придется в кошку вселяться, да? Самое главное, ничего не пропустить. То, что было до... Так, где же ты, киса? По-моему, здесь был один жилет, если я не ошибаюсь. Вроде как отмечено, что я собрал.
Как игра вообще, про что она? Детектив. Детектив, который умер, он пытается выяснить, кто его убил. Ну и, соответственно, как-то пресечь действия серийного маньяка. Пока он это не сделает, он не может перейти, скажем так, в мир мертвых и должен находиться где-то посередине, скажем так. Может, тут можно как-то в другом месте спрыгнуть. О, смотрите. Кошка же должна это сделать. Странно, что она не может этого сделать. Я, кстати, не могу из кошки вообще выйти в этом месте. Когда отправлю Watch Dogs, когда выиграешь, тогда я отправлю. Кошкой, кстати, я не могу проходить. Здесь можно выйти только непосредственно главным героем. Как же ее привлечь-то, эту, а? Курицу. Все рядом, видите, ходят. В этом проблема. Подожду, пожалуй, пока они отвернутся, и проверю, вот это что такое. Вообще нельзя взять, да? Наверное, можно просто мимо них пройти, да и все. Зачем драться? Хотя вот это вот ходит весьма опасно здесь. Лучше уйти. Что это? Это вовсе не мое. Гея, ты здесь работаешь? Прояви милосердие. Не могу помочь, прости. Нужно, кстати, походить по этим комнатам. Может быть, тут что-то интересное есть. Далеко пока не везде я побывал. Вот она, видите, ходит. Но в теории можно попробовать. Злые тетки, а? Опа, я аж испугался.
Ой, нет, нет, нет! Не схватили, а? Со светом Крексу. Но все-таки они скучноватые маленько. Находки. Все, кроме вот этих загадок, загадок комплексных, когда вы находите какой-то предмет в большом количестве, и вам открывается целая история. Вот это реально классно сделано. Я хоть туда иду-то, я такое впечатление, что я вернулся, откуда пришел. Хотя это психушка. Вот, смотрите, человек в ящике, еще одна находка всего лишь необходима. Эй, Ронан, ты про меня забыл, что ли? Нет. Как про тебя забудешь-то? Сейчас открою. Тут камера есть? Похоже, нет. Проклятие. Мы с тобой боялись электрошока, но, похоже, уже поздно. Ну ладно, иди попробуй вытащить что-нибудь из этой невменяемой. Айрис, не волнуйся, я хочу помочь. Не трогай мою сестру! А, я не буду трогать. Не подходите! Опа! Нифига себе, она меня видит! Круто! А, кажется, этот знак я знаю. Я его уже видела. Где? Я не помню. Может, в мамином досье? Я точно такое где-то видела. Этот означает защиту. Она все помнит, она соображает. Извини, малышка. Может, и зря я тебя сюда привел. Уж какие блок раздавали на первом дне продаж Xbox One. На самом деле, вебка цветопередачу не совсем корректно передает. Она цвета... типичного цвета Xbox. Блок, давай, до свидания, а? Троллоша со стажем. Что за хрень? Она меня как-то выкинула? Ладно. Посмотрим, есть ли объяснение тому, что стало с этой девочкой. Зачем эти штуки? Это что, арт-терапия, а? Нет, голубые. Голубые глаза, холодные, как смерть. У кого голубые глаза? Смерть? Что еще за бред? Голубые глаза, волчьи глаза, стальной взгляд.
Черные глаза. Да. Что Айрис хотела сказать этим рисунком? Давайте посмотрим на него сначала. Вот это мне демонов напоминает, которые тянут вот этого человека куда-то вниз. А вы что думаете, что это такое? Погоня? А думаете, он бежит? Ну да, кстати, да, похоже, что он с каким-то, как будто бы факелом бежит. Давайте погоня попробуем, хорошо. Да, правильный ответ. Погоня, пытки. Видимо, демоны в нее вселились, не меньше. Две девочки, понятно. Но явно, что не братья, да, есть? Связь. 4 из 7 улик. Рано пока. Так, китайские колокольчики, шляпа, звонарь. А, кстати, вот что это такое, интересно? Это звонарь или китайские колокольчики? Сожженная на костре? Нет. Ну да, сожженная на костре, скорее всего, верно. Сожженная на костре шляпа. Странно. Почему нет? Сожженная на костре, правильно, звонарь. Спасла Айрис, но заплатила за это жизнью. Звонарь охотится на девушек. Ну-ну, что? Что ты видел? Бедняжка. Ее спасла сестра, когда их собирались сжечь. А вот ей она помочь не смогла.
Айрис, ты в порядке? Ронан? Это Роуз. Она горит. Она вселилась. Я же сказала, не подходи! Кто ты? Я Джой. Тебе здесь нельзя оставаться. Санитары. Это все, мне конец. Ладно, возможно, Айрис — это ключ ко всему. Помоги ей. Она пойдет с нами. Нет, вы ее не соберете. Так. Хочешь, чтобы ее били током? Она остается. Хочешь спасти ее? Уходит с нами. Выбирай. Нет, пока рано уходить надо. Нужно собрать все ништяки, разгадать тут тайны различные. Почему его называют антифриз, если он предотвращает перегрев? Логичный вопрос. Фриз по-английски же это замерзнуть. Холод. Так. Видимо, нам вообще-то сюда. Но я не нашел все, что хотел. Пока рано уходить. Девушку уже допросил. Я последнее увидел, как ты, Софи, допросил, что я пропустил. Но мы сегодня отправились в психушку и нашли одну девушку. А, Блок, ты что-то как-то опять нарываешься на неприятности, по-моему. На тотальный бан, по-моему. У тебя опять, что ли, обострение какое-то? Лето вроде бы на дворе. А, что в двух словах она сказала, но мы нашли только что очередную жертву. А две сестры, одну из которых подвесил и поджег звонарь. И сейчас мы пытаемся выйти с ней из этой психушки. Ну и, видимо, какую-то информацию получить. Блин, а как так-то? Как я профукал-то, блин, эти все штуки? Черт, где они могли быть? Почему все девушки кричат «Уходи», когда их допрашивают? А, она выжила, я еще раз говорю, одна из сестер помогла выжить другой, освободила ее от, вот, от веревок. Отлично. Давайте посмотрим историю, это очень интересно. Я долгое время работал инспектором департамента здравоохранения. За свою карьеру мне довелось побывать во множестве больниц. Навидался я разного, в том числе и таких ужасных вещей, которые неведомы простому обывателю. Но никогда и ничто не сравнится с событиями, невольным свидетелем которых я стал в психиатрической больнице Фэрхейвен. Это та, которая сейчас называется Люкс Этерна. Я прибыл туда в 1926 году, следуя своему служебному долгу. В департамент поступали жалобы на чрезмерное количество пациентов и дурное обращение с ними. Однако репутация Фэрхейвена была запятнана задолго до того. Психиатрическая больница Фэрхейвен открылась в 1911 году. Первым ее пациентом стал очень агрессивный преступник по имени Джек Йейтс. Он должен был стать блестящим примером того, каких высот наша медицина достигла в лечении психически больных. Безусловно, опасные пациенты содержались под охраной. Но, к сожалению, это не предотвратило несчастный случай. Однажды, когда к директору больницы пришла жена, Йейтс каким-то образом вырвался на свободу и убил ее. С тех пор никто не знал, что произошло между Йейтсом и директором до моего визита.
Когда я приехал, у двери меня встретил директор Уоллес Хелстед. Возможно, из-за того страшного удара, пережитого много лет назад, он выглядел таким же опустошенным и неопрятным, как и его несчастные пациенты. Инспекция началась. Во время осмотра помещения я не мог не заметить, как он нервничал, когда я проходил мимо маленького чулана для щеток. Естественно, я решил выяснить, в чем тут дело. Я приоткрыл дверь в чулан и чуть не лишился чувств, потому что из маленького закутка вырвалась такая мощная волна запаха человеческих экскрементов. Я ужаснулся тому, что увидел в тусклом свете лампочки. Истощенный человек в цепях лежал на полу на куче собственных испражнений. За много лет, проведенных без солнечного света, его кожа, волосы и глаза стали молочно-белыми. Можно сказать, что он почти уже потерял человеческий облик. Бедняга пробыл в оковах так долго, что они вросли в его кожу. Я не сразу понял, что это подобие человека и есть Джек Йейтс. Приехала полиция, доктора Хелстеда арестовали. Впервые за 15 лет врачи вывели Йейтса из крошечного чулана. На полу, там, где он лежал, навсегда остались очертания человеческого тела. Когда с несчастного попытались снять оковы, он не выдержал шока и умер на следующий день. Я видел, как замуровывают его тюрьму, и все делают вид, будто ничего особенного не произошло. Я очень надеюсь, что несчастный наконец обрел покой, ведь персонал больницы утверждает, что из-за стен до сих пор доносятся душераздирающие крики. Да. Ну, по-моему, там другие какие-то были еще возможности найти, но это будет, наверное, очень долго. Потому что остальные все предметы я не особо-то нашел. Так, а что нужно? А, открываем просто и уходим. Сюда, в эту арку. Там никого. Почему мои самые страшные кошмары становятся все хуже? Так, сейчас разберемся. Не думала, что вновь это увижу. Ну, что тебе известно про этот договор? Ничего. Рассказывай. Это бессмыслица. Погоди. Значит, он просто спросил, не знаешь ли ты про какой-то договор? Он не спрашивал. Хотел, чтобы мы признались, что заключили договор с дьяволом. С дьяволом? Мы ничего ему не сделали. У него не было ни одной причины так поступать. Ни хрена себе. Одну девушку он топит, а другую сжигает. И где же я видел этот столб? Где же я увидел этот столб? Так, так, а какой столб? Сходство знаков. Местонахождение Айрис. Особенности убийств. Какой столб? Может быть, вот это вот? Книга? А почему книга? Стоп, стоп. Сходство знаков, предметы звонаря, запрос персональных данных, связь между убийствами.
приглашение на выставку. Может быть, оно правда? Да, верно. Короче, смотри, отведи Айрис в церковь, убедись, что она в безопасности, потом встретимся. Ладно, пошли, Айрис. Так. И каким же образом выставка в музее связана с убийством Роуз? Итак, нам нужно осмотреть выставку и найти связь между ней и звонарем. Как он связан с ней? Так, опять ролик. Нет, на E3 я не поеду. В этом году. Ух ты, еще 8 истории. Я уже даже захотел воспользоваться советами пользователей, попробовать кэш почистить, перерывчик сделать чуть попозже. Все-таки зайти в Xbox Live, может быть, там таки найдется обновление этой игры. Не пускает меня пока в Xbox Live. Какая-то странная ошибка. Кстати, вот это что за столб? Тоже что-то подсвечивается, смотрите. Официальный комментарий Бакстера. Не, мне кажется, это E3 будет отличная. Sony и Microsoft однозначно будут бороться, покажут что-то интересное. Все-таки самое начало продаж Xbox One и PlayStation 4. Ну, не самое, конечно, начало, но эти консоли находятся в начале пути жизненного. Кто сейчас соберет наибольшую клиентскую базу, тот будет потом долго пожинать плоды. От других разработчиков, каких-то платформодержателей, я интересного ничего не жду. Ну, Ubisoft, как всегда, покажет там очередного ассасина, еще какую-нибудь доильную корову. Там вряд ли что-то стоит. Интересно, конечно, что Electronic Arts покажет. Вот это тоже интересно. Но в любом случае мы это все с вами увидим в прямом эфире. Вы можете посмотреть трансляцию, прямую трансляцию с E3 прямо на канале, на котором вы сейчас смотрите этот стрим. Я буду круглосуточные прямые трансляции делать с E3. Постоянно будет запущен стрим. Если когда там ищешь будет маньяка, все примерно так и бывает. Все эти убийства не на шутку взбудоражили город. У меня ощущение, будто время повернулось вспять. Однажды ведь Салем уже погружался в пучину подобного безумия. E3 в понедельник. Игра отличная. Непропиаренный хлам. То, что касается проверить на сайте xbox.com, мой аккаунт не заблокирован и никакую специальную
специального письма о том, что меня там заблокировали, я не получал. Да и, собственно, игра вышла сегодня официально в США. В Европе и России она выходит 6-го. Вот, и... Ну, как бы не за что банить. За один день до релиза, когда играешь, обычно не банят. Это уж совсем наглеют, там, когда скачают какую-нибудь пиратку, там, и за две недели, там, за три недели начинают играть. Извините, вот за такие вещи банят. Продажа билетов начнется только завтра. Сегодня вход по приглашению. Я не могла выбраться, от огня спасения не было. А по поводу E3, в понедельник вечером начинаем прямые эфиры. Постоянно будет. Что это чудовищное дело рассматривается судом в законном порядке. Теперь ты, сестра Патнем, ты обвиняешься в преднамеренном убийстве своих 7 детей, которые, как ты утверждаешь, были одержимы дьяволом. Этот урод ответит на мои вопросы. Это неправда. Меня порочит собственное дитя, дьявольское отродье. Знаешь, что выносило отродье дьявола? Вот это суд. У меня в порыве гнева. Разве а если подписаться на стрим, никаких платных смс-ок не будет. Никто не может тебе обязать платить. Ты будешь получать после начала трансляции уведомления. Как только начинается трансляция, вы получаете по почте уведомление о том, что началась трансляция. Если у вас настроен пуш-уведомления на смартфоне, например, либо на компьютере, то, соответственно, вы автоматически будете получать сразу же, как только начинается трансляция, в течение 1-2 минут сообщение и можете не пропускать. Перерыв, посмотрим, будет или нет. Почему он только через некоторые стены проходит? Ну, такая задумка в игре, ты не через все стены можешь проходить, особенно утверждается, что если стены освещенные, ты не можешь через них проходить. И через слишком толстые тоже. Вы видели, сколько мигалок? А, не знаю. Мы только что вернулись из Бостона. Очень интересно. Опа. Вот смотрите, здесь он теоретически может телепортироваться, но как-то не хочет, гаденыш такой. Может быть здесь? Через кирпичные? Нет, нельзя. Стройте дома из кирпича. Да что за ерунда? Нет места, куда можно телепортироваться. Понятно. Нет, я один раз телепортировался через заблудших душ. Это возможно. Стоп. Оу! Что ж я сразу-то не догадался, а? Проклятый поезд. Ну, я сомневаюсь, что я найду 14 штук. Реально непросто в этой игре. Когда там речь идет о 7-6 предметах одного плана, то это еще нормально. Если вдруг вы видите, что я пропускаю какие-то предметы, обязательно пишите мне. Это что такое было? Просто показалось. Кстати, тоже какой-то секрет. Ага, сюда нельзя пройти.
Это что за экспонат? Это, видимо... Не пойму. Как бы кресло, в котором подкидывали человека, что ли, или что это? Очень странный экспонат. Я понимаю, так поступали не только с ведьмами. А, с ведьмами? На этом месте мог любой оказаться. О, пропустил кое-что. Суд над ведьмой в Германии. Ну да, там любили судить ведьм. Знаем, знаем. Угу. Через кирпичные, правда, не может пройти. Жуть, вот так вот. Здесь нельзя. Что же делать, а? Будь вежлива. А, в нем опускали ведьм, понятно. О! Тут есть вещи и похуже. Так вот оно, что нужно делать, оказывается. Все ясно, экспонаты изучать. Так, с этой все понятно. Давайте все экспонаты тогда посмотрим. Неужели дети клеветали на родителей? Ну да, полагаю, так и было. Не представляю, как тебя может оговорить собственный ребенок. Пуритане действительно так говорили. Пуритане. Похоже, тебя за что угодно могли обвинить в колдовстве. А, это мы уже изучили. Виселица, понятно. Что это за звук? Люк. Пришло, Абигейл Уильямс! Нет! Ты проклятие, Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Вот это мы еще тоже не изучали. Значит, это не было способом казни. Но кого-то ведь именно так и убивали. Ну, а... тогда в чем смысл? Слушай, это трещина была? Как можно говорить с такими каменными глыбами на груди? О, неужели капля? Пятно, вернее. Признайся, ведьма, признайся в своих сношениях с силами зла, с самим дьяволом. Четыре из семи. Осталось немножко. Здесь ничего нет. Сейчас мы узнаем, что это такое. Я надеюсь. Под водой, да, кстати. Утопление, конечно же. Утопление... вода, лед, Роуз, огонь, София. А, кстати, как ту девушку звали, которую утопили? Утопление, вода, наверное, нет? Да, София. София или Роуз? Какой год в игре? Год... современное время, наше время. Публичное наказание. Как позорный столб, только тебя при этом еще и топят.
Я бы тоже от бокала шампанского сейчас не отказался. Так, что-то подобное было в убийствах звонаря. Это что, по-моему, это по поводу сожжения, да? Ну да. Сожжена у нас теперь Роуз, по-моему, да? Все верно? Так, сожжена, не менее, София, пытки. Роуз. Пытки. Последняя осталась улика. Сюда вообще непонятно, зачем нужно заходить. Что-то ничего полезного нет. Я помню яркую вспышку, а потом ничего. Может быть, дерево? Как-то дерево можно изучить. Что я еще пропустил? А, привет, Пласти. Проверенный демонов. Кстати, там картина стоит. Вот-вот, наверное, картина еще точно. Этот особняк принадлежал судье Готурну, одному из самых влиятельных судей времен охоты на ведьм. Во время массовой истерии 1692 года в Саллиме судебные заседания часто проходили в самом доме, и здесь же выносились приговоры. Вот это да, судья. Все, вывод делан. Значит, звонарь расправлялся с жертвами так же, как пытали ведьм. И почему именно так? Странно, что тут нет прообвинителей, ведь это важная часть истории Салема. Ну, вообще-то, некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху, в кабинете реставраторов, ждут своего часа. Нужно выяснить, что здесь еще есть. Так, сейчас, секундочку. А, кстати, парни, вот те, кто помогал мне гуглить насчет решения проблемы с Xbox Live, вы могли бы еще погуглить, что удаляется с Xbox при очищении кэша? Какие данные удаляются, очищаются? Я знаю, что точно патчи к играм удалятся все. А что еще? Так, а дальше-то что нам нужно сделать? Добраться до кабинета реставраторов? А где он находится? Стоп, кабинет реставраторов. Шрифты неплохие, да? В суд? Нет, кабинет реставраторов, вот он, смотрите. Так это должно быть где-то рядом. Наверху же где-то. Ну давайте, тут второго этажа только нет. Один этаж, вот в чем проблема. А там где рельсы, говорят, где?
Да, призрака сбил поезд, это фейспалм вообще. Да. Да, ну, наверное, все-таки логично. Призрака сбил поезд призрак. Придется телепортироваться. Если ничего нет, то давайте телепортнемся. Очень часто могут класть что-нибудь в сортирах ценное. Так, стоп, а теперь ты куда? Вон туда, наверное. Что ж такое? Я ж ничего не делал. Я просто отпустил кнопку. Странно, стоял, меня задавило. Что-то в умывальнике было. Отлично, спасибо. А в каком умывальнике? Вот в этом? А, нет, в умывальнике особо ты не возьмешь. Здесь вряд ли что-то удастся взять. Это не здесь, скорее всего. Может, здесь? Нет, здесь ничего нет. Что-то не удается пока выбрать нормальную позицию для телепорта. Очень неудобно, конечно, телепортироваться. Не всегда удается нормальный ракурс найти. Вот вроде бы сейчас нормально. Вот, хорошо. И попробуем.
Все, есть. Надо попробовать еще туда вернуться. А, вот место. Проклятый поезд. Мы, кстати, должны постараться, конечно, узнать тайну проклятого поезда. Почему он тут ездит постоянно. Возможно, нам это удастся. Поезд шумит, что я аж немножко комплексую говорить во время такого шума. Кажется, он просто заглушит меня без шансов. Так, что здесь интересного есть? Осталось всего лишь 10 еще. Это что за прикол такой? В 17.18 будет доступен вход в Xbox Live. Так. Проклятый поезд. Еще одна. Они стали попадаться чаще. Всего лишь 8. Нам нужно непременно найти будет. Меня даже заинтриговали. Что за поезд такой сумасшедший? Угу. У нас, кажется, демоны рядом. Джой? Я же велел тебе присмотреть за Айрис. Тоже мне начальник. Зато я тут кучу всего нашел. Звонарь убивает жертвы так, как раньше казнили ведьм. Схожу наверх, вдруг там тоже что-то есть. Так, мне озвучка, отличная озвучка. Это, конечно... Лучше бы я попросил пойти со мной. Тогда бы ты осталась в церкви. Это, конечно, не Valve, и не Sony с Microsoft, и не Blizzard даже, но озвучка хорошая. 4,5 балла из 5, точно. Очень мало плохо озвученных персонажей, в основном все хорошо. Главный герой отлично, главная героиня тоже. Мне нравится, я доволен. Всегда так озвучивали. Смотри, нет ли где видеокамер и сигнализации. Спасибо за совет. Сегодня я уже не в первый раз куда-то вламываюсь. Ну, вроде мы на месте. Только вот помогут ли эти вещи установить связь убийцы с ведьмами? Хорошо. Так, ну что, есть вариант, конечно, прерваться, либо сегодня уже не заниматься этим очисткой кэша. Так, навигация. Кучу улик придется найти. Смотреть кабинет рестораторов? Хорошо.
может быть, к этим экспонатам тоже можно подходить, нет? Нет, их нельзя изучать. Отличненько. Еще один поезд. Судя по тому, что там камень, видимо, он каким-то образом сошел с рельсы из-за камней. Видите, и правда, не все экспонаты выставили в музей на данный момент. А вот это вот интересно. Преследование. Так, ожерелье или медальон? Постыдилась бы, Бриджит. Хватит устраивать балаган. Вот увидишь, за все эти разговоры с духами тебя точно объявят ведьмой. По-моему, это тот... Мне кажется, это тот самый судья, о котором говорилось. Помните? Который прямо себя в доме там устраивал обвинение. Тут все про медиумов. Кстати, Роуз Кэмпбелл тоже среди них есть. Что если судья есть тот самый звонарь? Нет, он уже умер давно, он жил в 17 веке. Сейчас 21 век на дворе. Ну, в игре, по игре. Здесь я ощущаю прошлое, вековое прошлое. Хочу сосредоточиться на убийце, но что-то мешает мне. Лезет в глаза и уши, проникает прямо в мозг. Будто слышно эхо давно умерших людей, умоляющих, чтобы их не забывали. Какую-то бочку пропустил? Где бочка? Нет, пока никакой бочки. Вот, отлично. Сто пятьдесят уже предметов собрал в игре. Именно на этой игре количество ачивментов, которые я уже заработал в Xbox Live, перевалило за 50 000. Так что она такая знаковая, что ли, игра. Достаточно много ачивок. Вот. Вчера именно перевалило за 50 000. Получается, на сегодняшний день 50 135. Камень, говорят, пропустил. Где? Где камень пропустил? Серьезно, камень пропустил? Камень в коридоре, рядом бочка с призраком. Окей. Туда я еще планировал вернуться. Однозначно.
бочка с призраком. Черт побери. Что за фигня? Может быть, вот этот коридор? А, вот же он, точно, вижу. Спасибо. Между книжными полками, говорят, что есть. Ну, Floodcat, тут понимаешь, в чем проблема? Когда играешь сам на стриме, тут очень много вещей одновременно приходится делать. Ищи дальше, тут есть еще что-то. Когда играешь один в расслабленной обстановке, конечно, лучше гораздо. А особенно легко, когда ты зритель, поверьте мне. Зритель все замечает. Я даже на стримах вижу постоянно фейлы других стримеров. Хоть и редко смотрю стримы. Между полками какими-то. Вино. Что еще там между полками было? Какими-то. Ладно, возвращаемся обратно в коридор. Мне кажется, я там не все собрал. Почему многие игроки, особенно профессиональные в StarCraft, вообще не комментируют свои игры? Они просто играют и все, тренируются, а люди смотрят их там толпами. Ответ очевиден, да, то есть сложно очень полностью отдаться игре, когда тебе приходится комментировать. Это же не просто какой-то набор звуков несуразный озвучиваешь на стриме. Все равно как-то порой продумываешь, о чем говоришь и так далее. То есть дополнительный мыслительный процесс. Я думаю, пора искать... А, 11 же, да? Ох, 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 ох. Что ж тут может быть-то? Картина, картина. Какая картина? Стоп. Вот так. Что за картина? Картина, картина. Может быть, здесь где-то картина. Кстати, вот это никак не собрать? Нет, нельзя. По-любому тут что-то еще должно быть, а? По-любасу просто. За шкафом. Ладно, окей. Мне кажется, еще что-то есть вот здесь. Однозначно мы что-то пропустили. Вот, наверное, нет? Блин. Судья, вот он, судья. Кстати, суровый мужик. Ладно, я думаю, пора искать ответ. Если картины, все остальные окажутся не теми. Да, не активны. Последний экспонат остался. Давайте все-таки найдем последний. Есть идеи, какой последний? Какой-то последний остался. Где он может лежать? За шкафом картина у входа, стой. За шкафом, квартира, входа.
Окей, сейчас найдем. То есть, если бы вы смотрели премиум стрим, мне бы вы бы отвечали, ну, то есть вы одновременно бы со мной все видели. Было бы проще. Так, еще раз. За шкафом картина у входа. Да, здесь. Какая картина? С каким шкафом? Нет, нет, с девчонкой не надо говорить. Я думаю, что где-то здесь ответ. Последняя улика. Так, сейчас я поищу. Привет, Воронов. На Твиче ситуация не лучше будет, поверьте мне. Блин. Назад вернись. Куда назад-то? Может быть, все-таки здесь где-то? Где же это может быть? Картина справа была на 10 назад. 10 сек. Так, хорошо, вернулся. Вот здесь картина или нет? Нашел. Кажется, я просёк, кто этот ублюдок. Эй, Джой, слушай, подними-ка вот эту картину. А зверь, ну, с 16 часов стримим. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. О. Это знак убийцы. Так, какие экспонаты как-нибудь связаны с делом звонаря? Давайте посмотрим. Однозначно вот это. Цели звонаря. Воронов, я рад за тебя. Штурвал нет. Это нет. Корабельный нет. Это тоже нет. Картина суд над ведьмой. Медиум ведьмы. Молоток судьи. Список обвиняемых. Судья. Старая пушка. Вот либо Бакстер, либо медиум ведьмы. Мне кажется, медиум ведьмы. Воронов, не надо концовку говорить, нет. Значит, звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер. Так, кто вызывает подозрение в убийстве в действиях Бакстера? А, что вызывает подозрение в действиях Бакстера по этому делу? Картина. Картина, да? Это что, выпускное фото? Нет. Чемпион по боулингу, повышение Бакстера. Бакстер спрятал досье. Пропавшая девчонка. Звонарь. Бакстер музея, у меня вариант, либо Бакстер спрятал досье. Тут не надо ничего говорить, Воронов, спасибо.
мы сами хотим разгадать. Бакстер музей, да? Нет, пропавшая девчонка не может быть. А, тут, оказывается, не один вариант. Так, и третий вариант. Третий чемпион нет. Повышение Бакстера. Пропавшая девчонка. А пропавшая девчонка это что? Звонарь. Пускное фото. Мне кажется, пропавшая девчонка тогда. Из какого боку тут этот чертов Бакстер? Его же понизили и отстранили от дела. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты! Ты вообще не врубаешься! Не врубаюсь? Мою жену убили 3 года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где, да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? 2-3 дня назад. А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся, я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Мы с тобой справимся. Не надо меня подбадривать. Ну, прости. Я не знала про твою жену. Да. Ладно. Будем действовать, исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может, мне удастся что-то раскопать в его квартире. А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копу. Ладно, увидимся.
Да, звук, правда, пропал. Меня не достали вообще, если бы только знали, а? Не понимаю, как, почему они орут, если я уже, ну как бы все. Я же ушел, меня нет. Сюда пришли. Я очкую, блин, а? Куда идти? Да любой какой-нибудь инструмент, что ли, чтобы с ним бороться. Ну, инструмент это условно, конечно, я имею в виду. Да бабуля, ну хватит, серьезно, ну елки-палки, ну что ж ты будешь делать-то с тобой? Фак. Куда не знаю, что я сюда пришел. Почему он туда не телепортируется, уродец? Как они знают, где я нахожусь? Они же не видят меня. Убегать нельзя, можно вот только вот так вот убегать. Просто взять и побежать, они тут же убивают, все. Ну
внутри чего я сижу, ну это сложно объяснить. Что-то типа души, в которую можно спрятаться. Проще было рестартнуть. Слишком уж они занудные. Кстати, то, что касается борьбы с демонами, в этой игре мне меньше всего нравится. Давай-ка вот эту уберем сейчас. Минус одна. В этот раз, почему так получилось, потому что эти ведьмы, они были разрозненными. Когда они стоят вместе, это вообще какой-то имбаланс полнейший. Черт, что там было такое? Откуда эти руки взялись, а? Эх, черт. Так все хорошо пошло, а? Просто великолепно. И руки, крюки какие-то. Нет, я не на блуждающих, я мимо них телепортировался. Просто, видимо, когда мимо телепортируешься, есть опасность. Пять. Плохо они эту механику, конечно, проработали. Сражение с демонами. Может, еще она дурацкая. Все остальное в этой игре пока замечательно. Ладно, пускай, наверное, убьет меня. Потому что лучше перезапуститься. Просто говорят, телепортируйся. Да тут телепортироваться... Непонятно. Скорее всего, тоже вариант. Попробуем сейчас просто телепортироваться. Но когда проходишь последнего демона, начинаются проблемы.
Телепортация фейл. Так. Сейчас разберемся. На самом деле, если бы они не сделали вот этих вот дурацких демонов или как-то сделали правильную механику борьбы с ними, то игра бы однозначно там на 9 баллов тянула. Но вот демоны это, конечно... Вот смотрите, я укрылся. Теоретически я могу телепортнуться вот сюда. Там никаких рук нету. Но даст ли это мне пользу какую-то? Если только здесь вообще нельзя телепортироваться. Да. Вот сюда. Подождем, пока уйдут злые тетки. Да уходим же, уходим, уходим, уходим. Ушел. Ох, черт, как же повезло, а? Ну что, камешки надо искать, камешки же, ребят. Вот, кстати, один из них. Осталось два всего лишь, два, чтобы узнать тайну поезда. Два камня, а? Что ж ты будешь делать с камнями-то? Так, сюда я пришел. Мне тут СМС прислали. У нас еще что-то произошло. Что? Что-то плохое. Я вроде слышала про убийство. Нет, прямо вот только что вся полиция на ногах. Что такое? Кажется, нам предстоит что-то новенькое узнать скоро. Вот только камни. Как я понимаю, так поступали. Камни мы не нашли. Long Winter, я считаю, что да, нужно брать на год сразу же. Я так и делаю. По месяцу неудобно. Я помню яркую вспышку, а потом... Где здесь этот камень, а? Камень, камень. Последние два камня. Вроде как обещают. Слышь, даже две бесплатные игры скоро давать. В церкви святого Бенедикта что-то случилось. Я не могла выбраться. В церкви? Спасения не было. Да что ж сегодня за ночь такая? Да. Парни, где взять камень, а? Какой интересный камень пропустил. Вы видели, сколько мигалок? Павел Галакси, еще раз тебе говорю. Сам принимай решение. Я тебе не советчик тут. У нас свободное государство. Блин, камень, камень, камень. Где же взять-то его? Ну-ка, если пройти вот здесь через стену. Вот. Здесь был ли я?
Надо же, где-то пропустили камень. Мы не узнаем историю поезда. В комнате с демонами. Да не, там я все, наверное, обшарил еще раньше. Но теоретически может быть, но вроде бы там ничего такого не было. Похожего. Блин, так обидно, а. Так, это у нас получается выход, да? А, вот, вот здесь еще может быть, в теории. Поезд остановился. Ой, а что боимся? Поезд остановился. Было что-то? Нет, я был. А что опять начал? О чем речь? Где-то... Я считаю, что где-то здесь может быть теоретически камень спрятан. Как его найти, а? Скорее всего, все уже. Поздняк метаться. Где-то мы камень пропустили. Обидно. В комнате с бабушками. Да нет, поезд не начал ехать. Я не хочу в комнату с бабушками. Хочу домой. Ладно, уходим. Жалко. Спешка, ребята. Куда это вы? А, нет, нет. Добраться до церкви? Попробуй-ка я по правой стороне пойти. В прошлый раз шел с той стороны, заходил. Что-то мне подсказывает, что демоны нам будут встречаться все чаще в будущем. Так, а что, может быть, тут что-то есть, какие-нибудь ништяки? Да, есть. Туда я не пойду. И правильно. Бакстер что-то, блин... Ну, если бы Бакстер был виноват, то это, конечно, был бы тот еще прохладный детектив. Я думаю, все-таки Бакстер, он может быть как-то и связан, но он не виноват. Так, еще 7, да? Интересно, окошко зачем? Они просто так не сидят. Ну-ка, ну-ка. Куда ты можешь забраться? Ну-ка, покажи нам.
Вроде бы здесь ничего интересного. Ага, вот оно что. Так, а дальше? Ух ты какая! Опа, стоп. Это. Тише. Ну давай, не застревай, пожалуйста. Есть. Отлично. Кошки могут находить секреты. Все, спасибо. Метров церковь. Кстати, подозрительно открытая дверь квартиры. А что в квартирах? Давайте посмотрим. По поводу того, что игры фиговые дают, ну, в Xbox Live. Опа, а что это у меня такое? Почему? А, это ты. Не послышалось. А что за квартиры? Это не там ли, где мы начинали игру? Да, нам сюда не нужно. Игры дают нифиговые, но вроде как старенькие. Я надеюсь, что что-то изменится после E3. Хотя, знаете, давали и Gears of War первую часть, по-моему, даже вторую было дело. Ну, в общем, игры бывают достойные. Halo 3 давали по подписке. Это все из-за меня. Да я уговорил его стать копом. По моей вине он теперь лежит мертвый на улице. А он уже мертвый? Откуда он знает? Так, опять вижу какой-то секрет. Два аж целых. Газетная статья. Ну там обычно ничего интересного не пишут. А, да, типа, что все убийства не связаны друг с другом. Прохладные истории газетные. Вот, отлично, то, что нужно. Вот, так осталось 5 еще. Многовато. Но зато они не пропадут где-нибудь в неисследованной местности, куда мы не можем вернуться. В этом плюс большой. Поссорились? Он меня предал. Клялся в вечной любви, а теперь женится на другой. Он изменял мне с ней? Я всегда думала, что у него кто-то есть. Это она? А тебе не все равно? Похоже, он забыл прошлое. Ну и ты забудь. Не могу. Пока правду не узнаю. Помоги, я должна знать. Пусть самое плохое. Ладно, займусь. Long Winter 42-дюймовый LG. Не пойму, почему она покончила с собой? Все было замечательно. А сейчас я боюсь за Сюзанну. И вот что. Не прыгни она тогда со скалы, я бы не встретил свою любовь. О, как все запутано. Хм.
Он встретил эту девушку после смерти бывшей. Так, а если в эту девушку вселиться? Интересно, он о ней вспоминает? Может, поэтому он был таким нерешительным? Я его не виню, но ужасно, что я обратила на него внимание только поэтому. Он был сломлен, нуждался в поддержке. Я не думала, что влюблюсь. Странно все вышло. Она просто хотела помочь другу и не предполагала, что так выйдет. Ну, наверное, все. Так, он ей изменял. 1, 2, 3. А, важна последовательность событий. Окей. Да что ж такое-то? Вот это фейл. Я здесь логики особой не вижу, но может быть эту логику видите вы. Похоже, все это сплошное недоразумение. Не знаю, что она скажет, но скоро станет ясно. Хорошая новость. Он тебе не изменял. Но есть и плохая. Твоя смерть их сблизила. Значит... Значит, он меня любил? Похоже, да. Какая я дура. Он и сейчас тебя вспоминает. Если от этого станет легче, знай, он никогда тебя не забудет. Легче, да. Как жаль... Я должна была ему доверять. Может, тогда и поженились бы. Но что уж теперь. Ладно, спасибо. Разбитое сердце. Отлично. Иногда полезно помогать играм. Играю на Xbox, игра отличная. Что-то подозрительное мелькает. Кровь и по ачивкам? Угу. Так, а это что? Это я уже расследовал. Так, здесь ничего нет. До церкви далековато, однако. Сейчас выясним, что там в церкви произошло. И сможем с вами просто в теплой обстановке пообщаться, как вчера после конференции Apple. А я пока кэш почищу и узнаем, что мне поможет. Чтобы завтра... Когда продолжу проходить игру, она, может быть, не лагала. Потому что реально достала уже. А, отличненько. Еще 4. Говорят, что-то здесь лежало. Вчера мне говорили пользователи, что я что-то пропустил. Как думаешь, звонарь ее убил? Кого ее?
Но заранее отвечу, думаю, что нет. Газета, видимо, собрана. Должно же здесь должен быть какой-то ништяк пропущенный. Там на полу что-то было. На каком полу? Напротив бочки, что шел. Бочка. Бочка, бочка. А, наверное, там вы имеете в виду, да? Тут, что ли? А, напротив бочки, что нашел, вы имеете в виду? Понятно. Сейчас попробуем. Привет, Даниил. Да нет тут ничего. С бензином? Так вот же бочка с бензином, тут нет ничего. Говорю вам, все спокойно. Ладно, идем в церковь. Все, хватит. Плохо, конечно, он телепортируется. А, только в исключительно одобренные разработчиками места. Даже вот на такие расстояния, казалось бы, детские, да? Вроде бы ничего не мешает, а нет, не может. Кстати, мы возвращаемся в церковь, и, возможно, у нас будет возможность найти там, помните, одну, что-то мы искали вчера в церкви. Они особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Доски нет. Доски там неактивны были. Слава богу, ты жива. Нет, нет, Джой, Джой, не надо! Зараза. Лейтенант, я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Да, сэр. Это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал... Это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики. Ну что, у нас, похоже, завтра все начнется с места преступления. Я убежал. А это что? Пила! Еще одна пила, точно, у нас же пилы были, помните вчера?
И, скорее всего, не все миссии можно с первого раза, не все ништяки можно обнаружить. Все верно. Так, друзья, ну что, давайте потихоньку заканчивать. Сейчас будет небольшая рекламная пауза, затем вопрос. И мы с вами после этого попробуем зайти в Xbox Live и продолжим уже завтра. Так что никуда не уходите. После рекламной паузы задам вопрос для пользователей Xbox 360, для того, чтобы вы могли выиграть игру.